Привет всем, друзья! Если где-то у кого-то завалялась старая ненужная стеклянная бутыль, не выбрасывайте ее, она вам еще пригодится. В этом видео покажу и расскажу, как из нее сделать своими руками очень нужную самоделку для дачи, сада и огорода. В нижней части бутыли необходимо просверлить отверстие. Теперь понадобится врезка в бочку. Она продается в любом строительном магазине. Также понадобится обыкновенная проволока. Ее нужно пропустить через горловину бутыли в просверленное отверстие. Врезку в бочку надо нанизать на проволоку. По проволоке она съедет до просверленного отверстия. Только останется ее снизу поймать и подтянуть на себя. Проволоку вытащить. А теперь дело техники. Нужно накрутить гайку. Обязательно гайку ключом нужно подтянуть. Теперь понадобится лейка от душа, гибкий шланг и кран. К лейке кран нужно прикрутить. Гибкий шланг к крану прикрутить. Гибкий шланг прикрутить в установленную в бутыль врезку в бочку. Самоделку нужно установить на какую-нибудь возвышенность. Я установлю на крышу домика. Бутыль нужно наполнить водой. Бутыль водой заполнилась, пришло время шланг вытащить из нее. От солнечных лучей за несколько часов вода нагрелась. Как вы уже догадались, получился очень простой дачный душ. А собрал я его из того, что было у меня на огороде. Вместо стеклянной бутыли можно использовать любую пластиковую тару. Сделать своими руками эту самоделку совершенно нетрудно. А жарким летом она вас выручит. Кому такая хитрость идеи для самоделки была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи и добра!